Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Последние пару лет мы освещаем некоторые ужасающие детали того, как левые до неузнаваемости изменили Сан-Франциско. Некогда самый красивый город страны превратился в рассадник разврата бездомности и наркомании. Это не преувеличение. Сейчас в Сан-Франциско наркоманов больше, чем студентов. Неудивительно, что в городе стало опасно. Показатель имущественной преступности наивысший среди крупных городов. Каждый день более 60 машин становятся объектами налетов. Это катастрофа. Но не волнуйтесь, у городского руководства есть план. Конечно, речь не о большем числе копов или более жестком регулировании. Это нетолерантно. Вместо этого городские власти решили запретить слова, характеризующие город как криминальный. Если запретить людям говорить о преступлениях, может тогда они перестанут их замечать. Такая вот идея. Так вот, в прошлом месяце Окружной совет постановил, что в городе больше не будет судимых за преступления. Более того, бывших Зеков теперь нужно называть вовлеченными в правосудие. Как оказалось, жертвы преступлений теперь тоже цитата ⁇ Люди вовлеченные в правосудие ⁇ то есть слова ⁇ жертва ⁇ и ⁇ преступник ⁇ уже фактически неразличимы. Сделано это нарочно ради мудрой идеи равенства. Но вот проблема. В Вашингтоне лидеры демократов, видимо, не слышали об этом. Некоторые до сих пор используют термин ⁇ судимый ⁇ а ведь это ругательство. Пожалуй, вам лучше убрать детей от экранов на время следующего ролика. Предупреждаем, это ужасно. Большинство американцев согласны, что желающий купить оружие должен по меньшей мере доказать, что он не имеет смысла или отсутствие других оснований для запрета. И я считаю, что нужно вернуть суд право голосовать. Думаю, участие в голосовании суд имеет смысл. Для тех ребят, чаще всего цветных, которых арестовывали судьбе за продажу травки на улице. Каждый гражданин вправе иметь оружие, если только вы не. Судьбе. Что позволило ему приобрести оружие, он не имел на это права. Он суд. И он был судьей в прошлом. Извините за такое количество брани. Как можно быть такими невнимательными? Между тем, в Сан-Франциско больше нет малолетних преступников. Целая категория попросту исчезла. Преступников до 18 лет теперь называют, цитата, молодые люди, затронутые системой ювенального правосудия. Как будто преступление совершила система, а не подросток. Именно так и думают левые. Это ваша вина, а не их. Проверь свои привилегии, Америка. Наркоманы, в свою очередь, теперь люди, злоупотребляющие веществами. Веществами. Веществами, не наркотиками. Понимаете? Героиновый наркоман теперь приравнен к инсулиновому диабетику. Оба используют вещества. Нельзя сказать, что один лучше другого. Они абсолютно одинаковые. Можете посмеяться над этим. В конце концов, в Сан-Франциско полно всякого безумия. Но подумайте о последствиях. Язык передает наши мысли. Когда исчезают слова, вместе с ними исчезают и выражаемые этими словами идеи. Когда они запрещают говорить очевидные, со временем вы перестаете замечать очевидные. Именно это и является их целью. Контролируешь слова, контролируешь сознание.